Да, все. Работает, да? Определенно запись идет. Определенно. Блять, пробу скрыл. Сейчас. Все, определенно запись идет, я это вижу, да. Голос мой слышно. Значит, я открываю твой профиль Steam. Открываю твой профиль Там Steam. ты помнишь, как отправлять, в Да-да-да-да-да, принципе, все меня. да-да-да-да. Так, профиль Steam открываю. Вот видно профиль Steam. Значит, предлагаю обмен. Появляется окошко обмена. Ну, естественно, я, скорее всего, это видео не буду выкладывать. Это просто так на всякий случай, потому что, ну, это говно. Я хотел другое видео. Ну, то есть, по-моему, Я другого делать. понимаю, в принципе. Не, ну мало ли, так что лучше Да, пускай да, будет записывать да. все и конечно. Да, выбираю, значит, Тебя и паджика. себя я понимаю. Паджика, паджика, паджика. Вот он, пудж. Значит, кидаю вейлхук. Вот он, кладу вейлхук, кидаю фартук. Нажимаю подтвердить, да, это подарок. Нажимаю предложить обмен. Нажимаю ОК. Значит, вот, возможно, было слышно на моем телефоне подтверждение в Стиме. Нет, не было, потому что мы в Стиме общаемся, это не Скайп, так что. Ну да. Ну ладно. Ну, в смысле, на По телефоне. Фейсбуке Сейчас. не. Я, в принципе, уже Да-да, все. я Я понял. уже подтверждаю. Давай на Киви свой заходи. Да, подожди. Подожди, еще не отправил. Вот, значит, я делаю скрин на телефоне. Вот того, что как. Да-да, конечно. Вот эту всю хуйню. Нажимаю отправить. Готово. Да, Вещи должны были пришло, уже все прийти. нормально. Открываю свой Да, все хорошо, Киви. пришли. Киви кошелек. Открыл. Так, смотри, я тебе твой киви кошелек написал в чате в стиме. Проверь его еще раз, Да, пожалуйста. давай, Там я плюс его назову. восьмерка должна. Да, я его Да, назову. давай лучше Значит, продиктуем. 8, 9, 7, 7, 50... Блядь, еще раз. Да. Я не могу, волнуюсь. 8, 9, 7, 7, 520, 67, 24. Да, верно. Так, я тогда оплачиваю. Да. Ты на киви уже свой? Да. Блин, меня ж дрижет почему-то все. Да, понимаю. Такая же, у тебя такая же фигня, да? Да. Это Так, одна вот эти вот секунда. первые моменты, когда все уже Да, практически сейчас будет, случилось. я думаю, все нормально. Я думаю, все будет Да нет, будет все нормально. хорошо. Я принял, все нормально, я оплачиваю тогда. Отлично. Надеюсь на твою честность. Да. Можешь во мне не сомневаться. Я за мораль. Так, обновляю Хорошо. страницу, пока что ничего не произошло. Да, Да, сейчас надо походить по подтверждаю, он телефону, в самораль. принципе. Вы как, друзья, типа? Нет, просто вот так же он мне написал, тоже хочу твой купить инвентарь. Вчера ему пишу, типа, он говорит, да я уже закупился, прикинь, и все. На, типа, Это все, я такой же понял. То человек, как есть и не ты, успел, да? абсолютно такой же человек, как и ты, Ага. просто он уже Ну и так же закупился. гуляли бы сомнения, Так что и две руки, поэтому, две ну, ноги. видишь. Нет! Вот у Коли, по-моему, сомнений не было. По-моему, он мне доверился. Так, вот смотри, вот видишь, у тебя даже в профиле видно, как ты на своем киви типа сидишь. Все нормально, то О, есть. да, серьезно? Ты видишь на А вот трансляции зайди это? в Steam свой. Да, потому что я вот в Steam именно зашел, твой видишь, А, ну Коля тогда то есть тоже это чтобы видит. позакрывать окна, да. Да, я Сейчас вижу твой буквально киви, снизу все твои твои вот вот эти эти открытые вкладки. огонь, огонь. Да, видишь, как в принципе Обновляю, нормально, да. обновляю. Так, оплатил, проверяй. Ну Смотри, вот, проверяй обновляю, фотку. смотри. Обновляю, обновляю. Ну, там небольшая задержка, Он но. покинул чат. Лол. Бля, чувак, вот надо было тебе написать, чтобы ты мне дал его ВК. У меня есть Вот его надо было, ВК. я таки знал. У меня есть его Дай мне ВК. его ВК. Дай быстрее. Ща. Ну, сейчас уже, походу, ничего не поделаешь, но. Ну, Ограничил давай, давай. доступ к своей странице. Дай ссылку, дай Сейчас, мне его. сейчас, сейчас, сейчас. Вот, держи. Мы ловим мошенников. Видео резко стало про то, как поймать мошенника. Так, ща, Ctrl-C. Ctrl. У меня были сомнения. Ща, блядь, пытаюсь. Всегда, вот всегда должны быть сомнения, особенно вот на такой Steam. Я вот как увидел его Steam, думаю, блин, что-то тут не так по-любому. А почему я не могу Ну, а кинуть в говорить чат? как-то Стой, что за говно? не можешь? Не, я Давай, давай. пытаюсь отправить ссылку. Вот, я нажимаю. Копировать. А можно как-то вещи вернуть? Ты не в курсе? Не, так-то мне похуй, просто...
Интересно, сейчас Но уже никак, да? такие вещи тебе вряд ли вернут, потому что они слишком уж дешевые. И у меня вот за все мое время, за 5 лет моей работы, был только один Я случай, когда скинул. чувак себе инвентарь вернул. Так, да, сейчас я его уже пробиваю. Оп-оп-оп. Обмен. Черный список кидал. Мошенники ВКонтакте, мошенники, блэклист, ё-моё. Блин, вот хотел же попросить тебя до того, как принять этот вызов, скинуть его в контач. А когда мы уже в группе были, А было где как-то, не ты знаю, что-то? неуместно, Да что ли. нормально, Да это нормально. просто, это вообще самый изичный способ, просто гуглишь его страницу. Вот загуглил его страницу В и смысле все. как? Там все, все ответы. Ну вот смотри, блин, я тебе не покажу. Ну короче, в гугле просто прописываешь всякую фигню, типа фыва или что-нибудь типа такого, чтобы Так. у тебя сам Google открылся. Ну да. И потом, ну, в поисковую эту строку вписываешь его страницу. Все, нажимаешь Enter, у тебя выделяется, где он был упомянут. Ну вот Ага. здесь вижу его страница, А скинь мне мошенник, ссылку. обманщик, дала. Сейчас скину. Ну тут типа их много, так что тебе тут типа поискать надо будет. Ну короче, Так. смотри, как надо сделать, я тебе сейчас скриншот дам. При том, что я ему сначала отправил манты, он не смог мне перевести 100 рублей и вернул эти манты. Ну, короче, как раньше было все. Лол. Как раньше все это было. Так, ладно, скриншот сохранен. Значит, будем что-то делать. Но этот ублюдок на самом деле уже себе много чего сделал, типа, ну вот на будущее тебе всегда гугли страницу типов, всегда Да я вообще. даже не знал, я Это даже вот самое подумать бы не мог. первое. Ну вот да, вот это не все знают, к сожалению. Ну Так. просто изично вообще гуглишь страницу и знаешь про типа все. Сейчас. Отпиши мне, кстати, что-нибудь ВКонтакте, я тебе скину фигню эту. Важно. Отписать тебе что-нибудь ВКонтакте. Попробуем. Я просто диалоги Ну, удаляю типа постоянно. вот так, не знаю. Да-да-да, вот кр... А, стоп, ща. Вот так вот надо делать. Так, сейчас, секунду, подожди, звонят на телефон. Алло, ты тут? Да. Короче, меня труба зовет. Я тебе искренне сочувствую, что так получилось, но ничего страшного. Ну Главное, да. что ты не все вещи просрал. Ну, И естественно. вот на будущее тебе такой лайфхак, которым ты можешь пользоваться. Ну да. Круто. Ладно, хорошо, тогда до... когда? Вот, кстати, возможно, у меня скоро бабосик появится, а он появится, когда я, ну, продам Ну все как бы у свой меня все шмот, осталось, и я... кроме фартука, ну чтобы ты понимал, что произошло. Ну да, я вот как раз таки это и понял сейчас, то, что он же тебя не на весь инвентарь кинул. Ну так мы очень Вот. много с ним говорили, ты не представляешь, как долго мы с ним говорили. Да и потом, если А я... они вообще, они на все готовы, чтобы халявку получить. Это понятно, меня что-то в нем напрягало, но у него же как бы есть типа доказательства, что типа он надежный и всякое такое, не А знаю. все эти доказательства тоже, они вообще очень легко, ну, пошманиваются там. Двоичный код, знаешь, вот что такое двоичный код? Исходный код еще его называют, как, ну, типа Photoshop такой. Вот он им мог пользоваться. Всяких вообще примочек сейчас очень много. Сейчас к скидаловым это вообще все очень сложно. Все это чекается, правда, на изи, но не все это знают, к сожалению. Так. Но вот этот, короче, лайфхак, он самый главный, вот то, что гуглить страницу типа и узнать про него все, рассказываю вообще всем, кто сомневается там в покупателях или в продавцах. Все на изи чекается. Я тебя тоже так сразу же вообще прочекал, у тебя там ничего такого нет. Да и быть не могло. Так вот именно. Бля, Коля, нахуй ты закупился, бесишь? Вот да, вот это вообще. Да, я что-то, прикинь, я даже не вспомнил. Думал, у меня там еще пару деньков будет в запасе, то, что я успею перепродать. А у меня сейчас еще мой покупатель куда-то слился, не отвечает мне уже который день. И все, я типа такой, чё? У меня сейчас куча шмоток всяких, бесполезных вообще. И вот надо их как-то продать. Я уже думаю на маркет просто пойти. А чё ты, кстати, на маркете все тупо не продашь? Ну, потому что это долго.
Долго, там сейчас есть типа автопокупка, ну там, правда, чуть дешевле получится. Ну там Но долго. типа все вообще Все за равно, секунду. если сейчас я накидаю это на ТП, вот ждать, это продалось, это не продалось, а это, допустим, там цена понизилась. Ну это очень долго. Проще, знаешь, вот сделать так. Бля, я такой дебил на самом деле, то, что я. Надо было соглашаться именно вот на мои условия, а не на его условия. Так, ладно. Конечно, да, вот никогда вообще вперед особенно не давай вещи, вот это самое главное. Короче, вот Ну контакт все, этого давай, это у меня человека. Да, трубак, короче, давай. зовет. Давай, давай, пока. Все, давай, покидываю, до связи. Угу.